программе. У нас по программе. Подождите, а у нас Григорий Кузьмич здесь? Есть! А он... А как вот нам? Вот это мужские музыканты, а как вот нам сейчас вот это вот распутывать то, что у нас задумано? Да. Вот как, а вы не можете, что-нибудь такое вот, чтобы легкие вспотели? Что-нибудь такое подыграть, может быть, там как-то? Не знаю, как? Ну, что-нибудь такое, знаете, Дима? Что-то такое вот философского плана, такое жизнь, размышление о том, ну, вот как-то там, да, 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 пожалуйста, за гитарой можем сходить, да. А мы пошли на сцену. Слушай, да, пока. Пока это вот того, чего я, того, что должно свершиться, оно свершится там. Например, я стою в ипотеке, да, вот скоро, например, у меня будет новая квартира. И вот так, да, тогда будет все хорошо, тогда будет совершенно замечательная жизнь, счастливая, достойная. Или там, предположим, я вот в конце концов разведусь, и тогда вот будет то, что называется настоящей жизнью. Или там квартиру какую-то. Нет, я еще не начал сейчас. А тут же настроиться, да? Начинаешь. Вот. Так вот я хочу вам сказать, что не надо. Не надо ничего ждать, потому что уже сейчас, уже сегодня можно начинать жить. Уже можно перестать ждать понедельника, зарплаты, Нового года, пока планеты встанут как надо, перестать ждать первых шагов от других и хорошей погоды. Уже можно, можно жить. Да, и кстати, как это не покажется странно, уже можно верить, хоть во что-то верить. Верить в дружбу, в добро, в то, что солнце все равно взойдет у каждого свой путь, верить в близких людей, ну и уже в Бога, наконец. Уже можно открыть глаза и увидеть, что Он повсюду. Уже можно разрешить себе верить. И уже можно прощать. Да, можно, нужно прощать. Но сколько можно тащить этот тяжелый хвост, оплакивать свое детство, винить родителей, людей, которые сделали тебе больно, или те, которые не оправдали, а уже всех можно простить. Да, и этот мир тоже простить можно за его несовершенство и разность. За то, что он для всех, а не только для тебя одного. Уже можно всех простить. И вот сейчас самое главное, уже можно любить. Уже можно начинать чувствовать. Перестать тыкать в близкого человека и говорить, ты первый. Я тебя люблю, но
любить уже можно тоже всем сердцем. Уже можно признать, что жизнь прекрасна и полна чудес, что одно только звездное небо над океаном стоит того, чтобы жить, что новая жизнь младенца заставляет поверить в чудо, что слезы обиды жгут иногда так сильно, что уже лучше простить, а улыбка любимой стоит иногда всей вселенной. И вот это нужно понять, это нужно сначала понять, а потом это нужно любить. Отважно рассказывать о своей любви близким людям и этим сердца растопить. Признать, что ты уже взрослый, что ответственность — это уже про тебя. Перестать спихивать ее всем вокруг, начинать признавать свое, но не хватать лишнего. Баловать малыша внутри себя, совершать идиотские поступки, заняться глупостями, бегать под дождем, мокнуть, а потом греть ноги в ванной в обнимку с любимым. А еще можно мечтать, лежа на спине и глядя в небо сквозь листву. Но это днем, а вечером устало наслаждаться ковырьком небольшого потрескивающего костерка. Вот, протянуть к нему руки и через палец впустить его покой и уют. И вот, глядя на это таинство живого огня, бормотать какие-то свои самые сокровенные мысли и чувства. А утром, уже проснувшись, но еще не открывая глаз, сказать: спасибо тебе, мой ангел-хранитель, спасибо тебе, Господи, за эту жизнь, за эту мою жизнь, спасибо. Замолчать, не спугнуть этот миг, а потом открыть глаза и идти жить. Уже можно жить. И пусть будет жизнь. Пусть будет жизнь. Нам выпадает за всю ночь.
о просторах, о реках и голосах, о запахе еды, гитарной живой струне, о тысяче звуков, нашедших приют в лесах, о море, шлифующем камни на самом дне, о шуме дороги, о звоне колоколов, о утреннем хоре, купанье в роднике, о тех, кто прозрачен и в ком обитает Бог, когда отправляется странство. Травинка зуба. Июльский тягучий зной, мельчайших пылинок, в лучах золотая взвесь. Если возможно счастье. Если возможно счастье, если оно возможно счастье, со мной. Оно со мной. И если есть рай. Я, пожалуй, останусь здесь. Эхо летело пролетами лестниц. Помнишь, я здесь тебе как-то сказал. Мы проживем и отпразднуем. Когда 8 жизней назад, а может потом из неведомых высей мы глянем сюда и припомним опять, как письма летели. Нам выпало жить, крутить миражи и падать, и снова вставать и все ту же судьбу ворошить и проснуть жизнь. В заветном порядке однажды сложилось. Отпразднуем жизнь. Единственный праздник. Идет сквозь туманы и сквозь миражи. Но видела тех, кто может во тьме светить.